Всем привет! Привет! Сегодня будем есть пельмени с бульоном. Тут укропчик еще замороженный. С красным перцем. Чтоб дым из ноздрей пошел. Вот так вот побольше насыпать. Чтоб вообще тема была. Сегодня селедку будем делать. Под шубой. Там свеклу. Кастрюля варится. Такая вот свекла лежит в ней одна. Горячие только сварились. Что-то мутно, что ли? Что-то тут много получилось как-то. Что-то тут пельмени я сварил до хуя. Так иди, можешь со мной здесь рядом сядь. Слышишь? Надо сейчас поедем в магазин-то свеклу выключить. Я записываю. Вот так это, перцу нахуярил. От души. Там перца вообще красного. Вкусненько. Лук, кстати, сюда делаем. Когда говорю, тут лук, короче, сушеный, сами посушили в сушилке. Он как копченый такой, да? Вообще вкусно. Пельмени с бульончиком вообще вкусно. С лучком еще с этим. Последний раз я не помню, когда ели просто пельмени без бульона. Да? 100 лет назад, наверное. Или я ел недавно. Чего остренько? Ну, заебись. Нормально. градусов у нас холода, мороза, холода. Да это не мороз, это так. Там, кстати, показывали сейчас, там в Пермь Дед Мороз приехал на поезде. Поезд он по всей России едет, я знаю. Сегодня он будет к вам. Дед Мороз, напишите, приезжал или приедет еще? С 9 утра сегодня будет, до 6 вечера на вокзале. Там все там в этом. В поезде будет кафе работать, там новогодняя программа какая-то. Он сегодня в Пермь приедет? Или он уже там приехал? Приехал уже с 9 утра до 6 вечера. А к нам не поедет? У нас нет железной дороги. Ага. А на 9 мая поезд приезжал, Победа этот. Военный. Как он приехал? Ты тебе на самолете, что ли? Через Соликамск. У нас есть дорога здесь. То есть через нас можно приехать. Они же построили какую-то обводную жилетку-то. Вот я говорю. Через Соликамск. Сюда. Сейчас хоть на улицу прогуляться сходим. Хоть. Да. Я люблю по морозу гулять. Минус 40, когда особенно. Идешь один, никого нету нам. Все же боятся яйца отморозиться. Я уже вспотел. Да. На хлеба. Вы смотрите, поставьте лайк, вам же не сложно. Ну хотя бы пол лайка.
Тебе уже поставили. Молод. Там же 5 секунд вообще. Лайк-то поставишь. Все. Больше не буду. Умеешь? Спасибо. Угу. Одеваться будешь? Ты сильно не одевайся, а то пока я оденусь, потеешь. Пока я сейчас поем еще. Остренько люблю вообще. Любите острое. Пишите нам в комментариях, кто любит острое. Сейчас еще чаек затряхнем. Пару печенек схавать. Печенюшечки. С начинкой. Вкусные они. Шарлиз называется с малиновой начинкой. С малиновым джемом. Еще одну съем, больше не буду. Дожирался. Ты вот эту-то зачем убрала в эту? Я же ее не увижу. Ну, мед-то этот. С лекарством. Я уже полбанки сожрал. Она убрала ее, да я там не увижу ее, забуду про нее. А, кисленько с лимоном. Ладно, поедем в магазин. Всем спасибо за просмотр, всем пока.